Всем доброе утро. Что у нас на календаре 20-е? Очень сильный ветер. Я, наверное, динамики и микрофон. Поэтому всем хорошего настроения. Расскажу только то, что сегодня был с утра. Вообще идеальный штиль. Хорошая погода выглядывала, солнышко, потом на ладони пошел дождь, потом он кончился, я провел съемку, потом он опять начался. После того, как он опять кончился, опять делал съемку. Сейчас на пляже дождя нету, уже в районе 8:30 утра, людей тоже почти нету, будет не приходит посмотреть на волны. Хорошего всем сегодня.